Приветствую всех на своем канале. Сегодня 26 мая 2023 года. Сегодня в районе 11 часов дня Российская Федерация нанесла ракетный удар по больнице в Днепре. Патрульная полиция показала кадры первых минут после удара. Данные кадры вы можете посмотреть в моем телеграм-канале, ссылочка в закрепленном комментарии под видео. Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, ракета попала в здание в бывшей поликлинике. Сейчас это филиал больницы скорой помощи, где лечили людей с психическими заболеваниями. Это чудо, что ракета прилетела тогда, когда была пересменка у наших врачей, добавил Филатов. Из-под завала поликлиники в Днепре достали тела уже трех погибших. К ликвидации последствий ракетного удара привлечены полсотни спасателей и 17 единиц техники. Огонь охватил 1000 квадратных метров пораженного медучреждения. Трехэтажка частично разрушена. 23 человека пострадавших, 21 из них находятся в стационаре, из них трое тяжело ранены, сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Это вся информация, которая известна на данный момент. Еще раз напомню, что все фотографии и видео я публикую в своем телеграме. Ссылка на него в закрепленном комментарии под видео. Всем мирного неба. До встречи. Пока.